Рекомендую вам подписаться на группу Мобилкафон. Ребята, в этой группе проходит просто множество конкурсов на реальные деньги. И, в принципе, можете подписываться и участвовать в таких конкурсах. В принципе, здесь просто колоссальные суммы разыгрываются. Также у этого паблика есть свой сайт по продаже различной техники с очень приятными ценами. Так что, если вы заинтересовались, все ссылки есть в описании. Ну, а я вам желаю приятного просмотра моего видоса. Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк под это видео, подпишись на канал и напиши свой ник в комментариях. Также не забудь нажать на шестеренку и поставить галочку, чтобы получать уведомления о новых видео. Более подробная информация в описании. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И сегодня, ребята, мы опять же записываем видосик по танчикам онлайн. Сегодня, ребят, мы будем записывать на мультики, так как кому эта тема вся прям очень-очень сильно понравилась. Там было, в принципе, много положительных комментариев на данную тему, на данный мульт, чтобы я его сделал донатским. Вот, и поэтому, ребята, на моем аккаунте уже здесь, как видите, целых 50 тысяч кристаллов. И я сейчас, ребята, думаю, какой комплект мне взять, какой комплект прикупить и что будет здесь тащить. Если честно, ребята, у меня сейчас Warrant Officer 2, и я хочу подождать комплект самурай. Так как я себе вдонатил кристаллами, вот, а не бабками, возможности просто его купить у меня нету, но как раз таки подождать, когда он будет за деньги, у меня есть. Играть я сегодня, кстати, буду с Виталем, поздоровайся. Привет, ребята! Вот, и мы нашли такой граффити, в принципе, очень-очень жесткий, я так думаю, если мы сейчас его затащим, это будет просто найсовая тема. Так, окей, я еще внарю себе бронечку. Это не граффити, а гравити, Васька. Ты... Ну-ка, так я и сказал гравити. Ты сказал граффити, блин. Нет. Тебе показалось. Короче, смотрите, есть такая тема, то что у меня сейчас на этом аккаунте, ребята, я себе донатил через PayPal, это просто вообще офигенный пакет, как раз таки мы его разыгрывали у меня на стриме, и смотрите, вот, чтобы я также не был голословным, может, у меня он остался. Заходим сюда, здесь у меня остался этот комплект, только опять же на 20 тысяч кристаллов за PayPal я себе взял. За PayPal я себе взял, ребята, так же, как и на основу, взял его также себе на мульта, короче, везде его себе прикупил, потому что комплект реально стоящий. То есть, Виталька, ты прикинь, за 100 рублей ты покупаешь 30 тысяч кристаллов плюс 7 дней прем-аккаунта. Ну это вообще, кстати, пиздато. И вот, вот эта вот тема мне вообще нравится, потому что разработчики наконец-то начали думать немножечко о игроках. Да, это проявляется в сути доната, но все равно оно, блин, как бы приятнее, когда за 100 рублей ты получаешь такие вот, ну, приятные. Да, потому что, ну, ребята, в натуре 100 рублей это копейки. Ну, единственное, то, что это печально, то, что они через PayPal это сделали. А PayPal, как я понял, не у многих есть. И как раз-таки многие начали, ребята... Да, регистрироваться в PayPal, а там очень сложно то деньги положить, очень сложно то деньги вывести. Ну как, деньги-то вывести не сложно, если вы будете оплачивать что-то либо в электронном магазине, либо как раз-таки в танк онлайн, но чтобы туда деньги как раз-таки положить, там нужно, ребят, попотеть. Вот, там нужно паспорт, нужно прям жесткая регистрация, там все нужно указывать. Еще нужно. Да, там все указывается вплоть, короче, до вашей прописки. То есть вы указываете индекс, указываете то, указываете третье, десятое, пятое, шестое. И это, ребят, конечно, очень жестко. Но так как я уже имею PayPal, соответственно, для меня это вообще не проблема. Вот, также, ребята, я вас просто умоляю, прошу, не пишите мне, типа, Вайдер, давай я тебе скину, типа, на Киви 100 рублей, ты мне через PayPal закинешь. Нет, ребята, я, конечно, этого делать не буду, потому что деньги на PayPal у меня уже как бы закончились. Нет, то есть приходит выплата с Аира на PayPal. Я себе то, что нужно, вдонатил. Что не нужно, соответственно, я уже вывел себе на карту. Вот, и сейчас у меня там бабочков нету, как бы скинуть, как бы то просто так закинуть деньги, я, ребята, если честно, сам не знаю как. То есть мне туда уже тупо вот чисто с партнерки бабки приходят, и все. По-другому я, ребята, сам не знаю, как это сделать. Вот, но по поводу аккаунта, да не стоит и так, о, боже мой, ненавижу, когда вот так у меня начинают...
убого себя вести таночки онлайн, где, кстати, есть три такие мульта, ну, не мульта, а действительно игрока, который уже умеет играть, ну, вот они решили зайти и поиграть так на маленьких звоночках. И, в принципе, нам осталось 4 флажочка, чтобы это все дело затащить. И нам нужно прям попотеть, потому что времени там уже стоит. Да зачем ты, боже мой, какой ты убогий! Я просто херею. Ну, хотя бы возьми флаг, я тебя просто умоляю. Лол, блин. Доставят? Нет? Я не знаю, вот этот циферный игрок, который играет на Мамонте, он такой, боже мой, убогий. Ты прикинь, он замутил так, что я просто ехал, ну, короче, наехал на него и в минус. Чё на базе? У них на базе все дамаженные. Окей. Ну, я, короче, сейчас еду уже на базу на двойных, и сейчас я так думаю, затащу. Не буду я прыгать, ребята, от греха подальше, потому что сейчас опять встану, вот такую позу непонятную, и будет все просто печальненько. Так, нихера себе дамажно, у них тут этот викинг на фулах стоит. Сейчас вынесу. У меня, кстати, на громе гром на 10 шагов. Кача, ну он реально, блин, мать его, нагибает, ты прикинь. На 10 шагов качан и... Ой, приз ГГВП просто взял, реснулся, а понял, в этот момент реснулась аптека, и все печально произошло для него. Так. Оп. Виталька. У меня, блин, еще какая-то параша на полэкрана, ребята, вылезла, так что, возможно, там вы видели сейчас паузу. А тут зачем ты флаг брал днище без аптеки? Дымина, блин, тут пара. А, Виталька, в натуре забыл как играть. А, он еще не возвращает? Окейшки. Я тогда просто возьму флаг и поеду дальше. Давай, так, блин, смотри, Виталька, нам сейчас нужно затащить, короче, 2 флага и вывести эту катку. Просто вообще как нефиг делать. А вот, ребята, я опять же возвращаюсь к теме той, то, что на мультах играть довольно-таки мне это нравится. Действительно, когда играешь с донатом, с наркой, и тем более еще с, хотя бы с одним человеком нормальным, у которого тоже вооружение прокачано, это, ребята, просто найсовая тема. И мультики, я так думаю, у меня будут на канале теперь выходить частенько. Но вот, ребята, смотрите, как вы думаете, что вот мне прикупить? Я вот сам... Дико, ребята, просто дико хочу себе взять как раз таки комплект Сибиряк, потому что там, мать его, есть комплект, а не, точнее, есть комплект, это понятно, но в него входит Фриз М2, то есть, поняли, Фриз М2, я себе могу его вкачать полностью как-то на МПК, и это такая имба будет, ребята, я вам просто отвечаю. Причем Фриз сейчас жестко апнули, и он... Да. Фриз, то есть он нагибучий сейчас. А прикиньте, на Воронте 2 вкачать Фриз до М3. Такая вот фигня была, только не на Воронте, а на 5-м. Я просто буду офигевать. О, смотри, а наши враги что ли в нуле-то? Да. Лёль. И мы, короче, затащили. Затащили вообще тему, да. Вот, ну, короче, ребят, смотрите. По комплектам, давайте сейчас уже, в принципе, выйдем отсюда. Битва бесконечная, но нам как бы кристаллики все зачислили. Смотрите, я сейчас покажу, что у меня есть в гараже. Как бы комплектики, которые сейчас у меня есть. Смотрите, у меня есть комплект Корсар. У него уходит Твинцем один, краска Роджер, которая мне нахрен не нужна. И, в принципе, модулем один, который мне тоже нахрен не нужен. Твинц, как бы по идее, мне тоже особо нахрен-то и не нужен. Поэтому этот комплект я не хочу покупать вообще ни в коем случае. Есть замечательный комплект, который входит Титан, Прибой и Барсук. Ну, вот Титан, Прибой у меня как бы есть, я перечислил, что у меня есть. Барсук мне не нужен. Единственное, что здесь я хочу прикупить, это молот М1. Но, насколько я знаю, молота М1 можно в магазине взять с какого-то другого комплекта. Сейчас я, короче, не посмотрю. Но вот, у меня, есть, кстати, качан по фулам, комплект, смотри, в который уходит молот. Это, получается, комплект наковальня. Дико молот М1. У меня, во-первых, нету ни диктатора, ни молота М1. Он мне уже будет выгоден. Ну, тут, конечно, бесполезный модуль, который вообще никому не нужен. И вихрь. Вихрь 13 тысяч, то есть комплект будет очень выгодный. И стоить он будет 106 тысяч. Вот, как бы, даже не знаю, то ли так его купить, то ли за бабки купить. Но комплект Сибиряк. Смотрите, стоит он тоже, я... Вообще не удивлен, что почти 150 тысяч, но как бы можно еще донатить обычными бабками. А хотя можно и его за простые деньги купить. Потому что смотри, за простые деньги, то есть за рубли, его можно купить за 350 рублей, а по кристаллам это 150 тысяч практически выходит. А, нет, это же здесь идет как раз-таки без скидки.
Да. Это цены же идут без скидки, наверное. Потому что фрисом 2, 161 тысяча. Сейчас, короче, ребята, я прочекаю. Да, это там цены без скидки. Так что если комплект этот выйдет, а комплект здесь, смотрите, ребята, 60% скидки, 60, 65. То есть у меня есть даже шансы купить его за каких-нибудь там, получается, 80 или сколько. То есть я себе беру, прихожу в магазин, покупаю еще вот этот комплект. Кстати, ребята, эту я штучку себе куплю тогда, когда у меня закончится премиум аккаунт от как раз таки комплекта через PayPal. Я думаю, будет просто вообще офигенско круто. Ну, короче, ребят, не знаю. Опять же, пишите все свои пожелания в комментарии по данным видеороликам, что мне покупать. Ну, по крайней мере, я себе хочу однозначно купить этот комплект Сибиряк, только нужно подождать, когда он выйдет как раз-таки в кристальном дропе. Потом, кстати, даже не знаю, что покупать. Хищника можно себе, в принципе, тоже прикупить. Там громом один. Да, это очень, кстати, классный комплект. И гром сейчас тоже реально жестко нагибает. Ты же сам видел, на втором месте. Почти. Да, а можно Фризы также гром. Себе эту матрицу купить. Там тоже есть громом один. И как бы комплект стоит дешевле намного. Вот, ребята, либо... Да, смотрите, я куплю себе, получается, Сибиряка Хантером один и этот Фрисом 2. И потом себе матрицу. Да, все, ребята, короче, вот такое, если я буду прикупать, надо уже видосик заканчивать, потому что реально очень-очень уже продолжительное время рассуждаем, вот, и если вам, в принципе, этот видос понравился, обязательно ставьте за него лайк, и также подписывайтесь на канал, ну, а с вами был Вайтер и Веталь, всем пока-пока! Пока, ребят!